Пейзаж как зеркало души. Под таким названием в Якутске открылась выставка работ заслуженного деятеля искусств Якутии Петра Альбертовича Лас. Экспозицию посвятили 80-летию художника. Вместе со зрителями картинами насладился и наш корреспондент Павел Танин. Петр Альбертович родился в 1936 году в Красноярском крае, но спустя 3 года оказался в Якутии, где и прожил свою жизнь. Именно красота местной природы стала источником вдохновения художника-живописца. Это любовь к природе, вот это его работах отразилось разные по состоянию природы. Радостные, грустные, задумчивые, осенние грусть, это я вижу, да, ранняя весна, лед, вот это и Ленинские столбы, конечно, его любимая тематика. Но больше всех любил почему-то Алдан, реку Алдан, где он вырос в детстве. О любви к природе, человеческих качествах и достижениях говорили на открытии выставки. Пришли супруга, дети, коллеги и друзья. Ну а сама экспозиция состоит из пейзажей и портретов, нарисованных Петром Альбертовичем. Более 160 работ из коллекции Национального художественного музея, из коллекции семьи Петра Альбертовича Лас и более 50 работ. Это работы, которые он написал, когда работал в художественном училище. А в художественном училище Петр Альбертович работал более 50 лет. С завтрашнего дня выставка откроется для всех желающих прикоснуться к творчеству художника. Насладиться работами можно в выставочном зале музея в здании Комдрагмета. Павел Танин, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.